Очередной обзор новостей мордовского сегмента интернета мы начинаем с одного из самых обсуждаемых на сегодняшний день видео. Судя по данным ролика, автор Ольга Суренкова сняла его 14 марта. О месте действия известно только то, что оно находится где-то в Саранске. Кто устроил этот, с позволения сказать, перформанс, осталось тайной. Зато совершенно четко понятна позиция оператора. Она такое отношение к хлебу осуждает. Вот так в Саранске растет хлеб. А то, говорим, бедный народ, кушать нечего. Большинство комментаторов разделяют точку зрения автора. Упоминают блокадный Ленинград, предлагают варианты того, как можно было бы распорядиться невостребованными продуктами. Наиболее популярные – раздать бездомным животным или скормить зимующим птицам, которым весной приходится непросто. А вот и еще один обсуждаемый ролик. Его на свой автомобильный видеорегистратор снял Евгений Добровольский. Улица Севастопольская, ее в неположенном месте кто-то переходит. Бурю в комментариях вызвало поведение водителя вот этого внедорожника. Кому-то этот маневр показался попыткой сбить пешехода. Кому-то своеобразным уроком правил дорожного движения. Но есть и люди, которые считают, раз уж он поморгал фарами, значит пропускает. А вот этот зигзаг сделал, чтобы объехать человека со спины и быть уверенным, что под колеса никто не бросится. Хотя мог бы и остановиться, конечно. Ну и с пешехода никто ответственности не снимает. До перехода сотня метров. Стоит ли сэкономленное время риска для жизни и здоровья? Помните, как таких называют? Разными животными, в том числе и оленями. И этот ролик тоже про одного из них. Олень! Автор видео Дмитрий Бикмаев, а вместе с ним и его спутница утверждают, что вот эта размытая тень и есть самый настоящий олень. Не где-нибудь, а в Саранске, на Луховской трассе. Еще одна короткая встреча на мордовской трассе удивила Виталия Карпунина. Если честно, в ситуации ничего такого, мне просто понравилась реакция. Квадрат идет на взлет. А вот Соня Шабанова запечатлела совсем не взлет, а очень даже и наоборот. Крутое пике. Пикирует снег с крыши девятиэтажки на улице Анны Луз. Народ в комментариях переживает, огородили ли место падения и предупреждает ли кто-нибудь прохожих об опасности. Внимательные зрители обращают наше с вами внимание, такой человек в кадре есть. И мы, похоже, даже знаем, кто это. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет. Очистка крыш от снега – примета весны. И вот вам напоследок еще одна. Саранск, скворцы прилетели. Об этом нам сообщает Анатолий Самылкин. Скворцы, конечно, у него особой породы и летают, признаться, так себе. Зато таких в интернете любят и видеороликами с ними делятся.